ребята! Сегодня мы будем с вами делать корзинку из бельевой веревки. Корзиночку я буду делать для цветов из бисера, которые я плела. Буду делать ее на подарок. Итак, ребята, что нам нужно для нашей корзинки? Бельевая веревка, картон. Вот два круга у нас идет диаметром по 11 сантиметров из картона. Почему два? Потому что, чтобы потолще было и удобнее было шпажки всовывать. Шпажек у нас 15 штук. Нечетное количество, как раз удобно и хорошо рисунок получается из нечетного количества шпажек. И круг нам нужен будет 9 сантиметров. Это мы вот вложим его в серединку. Проволока, я ее уже скрепила с малярным скотчем. Это для ручки корзинку, лишнее отрежем. Клеевой пистолет, ножницы. Так, поехали. Берем нашу картонку. Значит, диаметр 11 сантиметров. И я разметила, у нас получается 1,5 сантиметра от шпажки к шпажке будет идти. И для удобства берем шпажку, острым концом прокалываем отверстие. Теперь что мы делаем? Между собой два этих картончика склеиваем. Так, склеили. Теперь мы сейчас клеем, закрепим наши шпажки. Немножко наносим клей. Отверстие у нас уже есть. Вставляем тупым концом. И немножко под наклоном вот так вот ставим шпажку нашу. И так проделываем такую же работу со всеми остальными шпажками. Шпажки не приклеили, мы из фетра, я взяла, вырезала белый кружочек, и мы его сейчас вставим, чтобы было удобно, сразу вставим его, приклеим и будем продолжать дальше клеить шпажки наши. Наклеили вот такой вот у нас получился каркасик. Длина можно делать как вам захочется. Даем немножко клею сейчас подостыть пару минуток и продолжим дальше. Приклеили мы наши шпажки, вот такой каркасик у нас получился, но как бы каркасик высокий. Корзинку можно сделать по своему усмотрению, либо высокую, либо низкую, какая вам нравится. Потом эти шпажки можно все отрезать лишние по высоте. И теперь начинаем работу с нашей бельевой веревочкой. Краешек я прижгла зажигалкой, чтобы он не распутывался. И нам нужно задекорировать вот этот вот низ нашей картонки, чтобы было все это красиво и аккуратно. Наносим клей. И приклеиваем веревочку. Задекорировали мы низ нашей корзинки, все закрыли картонку, и теперь можно приступать к работе, к плетению самой корзинки. Мы берем ниточку и за шпажки через одну нашу ниточку продвигаем и плотненько так придавливаем к низу и плетем до такой высоты, как нам нужно.
я сделала вот такой вот высоты корзинку. Теперь, значит, вы выбираете высоту, которая вам понравится. И теперь что я делаю? У меня вот нитки еще остались. Значит, где-то 3 витка вокруг корзинки делаем. Вот, ну, чтобы нитка была у нас с запасом. Вот, и отрезаем. Прижигаем край зажигалкой, чтобы удобнее нам было край заделать в корзинке, чтобы нитка не распускалась. И теперь мы возьмем наши шпажки, откусим по нашей высоте. Немножко оставим. Сейчас я отрежу, покажу. Ну вот приблизительно вот так вот, чтобы у нас осталось. Если вдруг будет потом выглядывать, мы лишнее потом нужно удалить все это. Так, заканчиваем наш верх корзиночки. Вот шпажки мы откусили. Если будет потом выступать, мы их еще откусим. Берем нашу ниточку и берем вот предпоследний ряд и последний. Вдеваем нашу нитку, продеваем ее и так вот тут проходим, как бы закрепляем краешек нашей корзиночки. Итак, подходим мы к концу. Сейчас я сделаю последний виточек и покажу вам, что у нас получается. Нитку немножко я, конечно, длинноватую оставила, но пусть лучше будет останется, чем не хватит. Так, и закрепляем потом ниточку клеем, отрезаем все, что у нас осталось. И приклеиваем изнутри. Вот у нас вот такой вот край получился. Но что я еще хочу сказать, я, допустим, хочу, чтобы корзинка подольше прослужила, поэтому я немножко изнутри наши ниточки приклею к шпажкам, а потом уже остальные шпажки отрежу, что мне мешает. Ниточку, в принципе, можно, чтобы ее не было видно, вдеть в петелечки вот изнутри. Все, сейчас пистолет у меня нагрелся хорошо, и я сейчас изнутри, вот изнутри, я немножко наш шпагатик, этот шнур приклею к шпажкам, чтобы уже никуда он не сдвинулся. Вот. Оно не видно, ничего не будет, но, по крайней мере, будет все закреплено, и никуда наша ниточка со шпажки не сдвинется, потому что нитка синтетическая, как бы, она скользкая, и лучше, конечно, закрепить. И это идет на подарок, поэтому я хочу, чтобы это было прочно. Все, приклеила уже у нас прочно, никуда у нас ничего, ниточки не сдвинутся с корзинки. И теперь лишние шпажки можно обрезать. Теперь нам нужно сделать ручку для нашей корзинки. Выбираем высоту проволочки, отрезаем, если сильно длинная проволока. Вот, примеряемся и обматываем нашим шпагатиком, бельевой веревочкой. Как всегда, кончик прижгли и с помощью клеевого пистолета обматываем нашу проволочку. Проволочку нужно обматывать всю, потому что иначе будет просвечивать зеленая проволока через наши ниточки в корзинке. Thank you.
крышку. Теперь нам нужно ее закрепить. Просовываем аккуратненько через ниточки к самому низу. Там приклеим, клеем прихватим. И также вторую сторону просовываем через ниточки изнутри и прихватываем внизу клеем. Приделали мы ручку корзинки, и теперь нам нужно задекорировать наш низ. Я взяла фетр. Сейчас я с помощью пистолета его приклею и лишнее отрежем. Сделали мы корзинку, и мне захотелось вот еще такие на шпажки, на наши вот на эти краюшечки приклеить вот такие вот полубусинки. Сейчас мы их наклеим. И вот такая вот корзинка у нас получилась. И бусинки вроде бы как к месту. И такая вот нежная. И теперь можно на свое усмотрение как-то ее задекорировать. Либо букетом, либо конфетами. И подарить на 8 марта.